решить нельзя. Так. Решить проблему. Отлично. Поэтому в теории это невозможно. Я это дело сейчас все отревертую. Отревертую. Да, была попытка, кстати. Можно, кстати, застэшить эти ченджи. Я даже думаю, что, наверное, ну, хотя бы так, да. Так, мне нужно сбилдить, получается, абсолютно новую тему. Так. Наверное, нужно да хоть отсюда. Что мы сегодня делаем? То есть мы заходим на сюда, наверное, да. Так. Это самый простой peer-to-peer discovery, который я написал на Java при помощи EDP. Все, в принципе, должно быть достаточно просто. Вот. Он не идеальный, но простая имплементация, самая, которая, возможно, наверное, была бы простая. Там есть publish local, правильно? Сейчас я посмотрю, какие здесь настройки. Да, есть p2p, parapet. Отлично. И тогда в core мы добавим. Так, а что я не понял? Components я не удалил. Дела. Окей. Так, это мне не нужно. И, наверное, мне нужно будет добавить это чисто в core, да? Да, сюда и добавим. Так, common dependencies. Но давайте сюда добавим. Добавим, блядь. Я ненавижу эту клаву, это жесть. Это просто жесть. Очень неудобная клава, конечно. Блядь, ну хоть возьми ноут, я не знаю, но это жесть. Какой дебил ее, блядь, задизайнил. То есть обычный EDP, он работает через обычный EDP посредством того, что здесь есть интерфейс. Это как это выглядит. Да? Мы создаем контакт, мы создаем нод. И кстати, любой тип available node, port, это немножко меня смущает. Потому что это немножко неправильно, наверное. Почему это неправильно? Потому что, скорее всего, это не то в ноде, да? Это же все равно не так работает. Чем здесь этот порт? Ну вот, раутер бандится, да? А что он тут делает? А, рандом порт он берет. Тогда зачем здесь этот порт в этом конфиге? Я вот это понять не могу, если честно. Ну отойди, ладно. А agent... Тут только версия. А, это мультикаст порт. Нет, здесь есть еще и нод порт. Так, а что он где-то юзает нод? Нет, он не юзает нод порт.
порт у него генерируется из этого рейнджа. Ну ладно, хорошо. Просто главное, чтобы здесь тогда этот порт не был бы обязательным. Но вроде нет, нормально. Пойдет. А тут что случилось? Я что-то не так сделал? А, я понял, что не так сделал. Естественно. 2.12. А у меня 2.12. А у меня 2.12. 2.12.8. А здесь... Здесь, наверное, еще 2.13. Есть у меня такое предположение, что здесь есть 2.13. Блин. Окей. Да, приходится тратить время на всякую херь. Но ничего. Сейчас проверим. Теперь должно быть нормально. А, кстати, 1.0 снапшот неправильный. Версия неверная. А хотя... Как может быть 1.0 снапшот? 1.0.0.0 должен снапшот быть. Вот так. Попробуем написать самый простой лидер election, да? Били, бля. Били алгоритм. Один из, наверное, самых простых алгоритмов, которые существуют, да? Система синхронная. Окей, я так понимаю, что я отправил сообщение, могу просто ждать, да? Окей. 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 Ну, это makes sense. Наверное. Unless у тебя ноды могут джойниться периодически к твоей... к твоему кластеру. Ну, IP простой. Так, когда процесс P получает... А, recovers from failure. Так, on the failed rate indicates that the current attack has failed. Ну, координатор, я так понимаю, это есть лидер. Блин, ну, название координатор развести. То он просто иска. Ну, так он должен на единицу увеличивать каждый раунд. Херово написано, кстати. Вот как можно поэтому что-то понять? Что это за писание? Взрывайся по broadcast election message to other processes. Окей. Тогда он становится лидером, правильно? Хорошо.
Ну, это печальная тема. Ладно, сейчас посмотрим, что мы сможем сделать. А, ну это, кстати, хорошая тема. Тут у меня больше нет, да, книги никакой. Окей. Ну что у нас тут получается? Должно работать, по идее. Окей. Давай еще раз. Да, должно быть нормально. Ну, немножко он, конечно, странный. Че псевдокода никакого нет? Ну, о, даже есть объяснение. Ну, блин, это должен быть самый простой алгоритм, наверное, еще. Сейчас. Где моя PDF-очку хочу? Она же доступна, что она, да? Ну да, так. Бля. Окей. Okay. У меня есть такая, но у меня нет электронной книги. Обычно есть. Сейчас посмотрим. Долистаем до секции Leader Election. Тут должно быть описание этого алгоритма. Так, вот мы близко алгоритм. Так, Leader Election. System Termination. Так, действительно, нужно тоже этот Leader Election. Чипонер. Кстати, failed detector, он может быть и как и leader election. По-любому ему нужно знать, какие ноды есть, а каких нет. Ну, окей. Ну, где это? Блять. Чей алгоритм здесь написан? Так. А, они хотят ринг запилить. Ага, ну ринг тоже можно сделать. Это, в принципе, несложно. Сделать будет. Не понял. Я, наверное, что-то не так делаю. Сорян. Блин. Уже давно не открывал. Ну и где его алгоритм? Самый простой, да? Хорошо. Of the most promising election algorithms.
82-м году. Ну, я понимаю, но почему здесь нет тут нет нормального человеческого описания? Давай посмотрим. Должно же быть где-то написано нормальным языком. А, ну да, это похоже на... Да, вот, так. Ну, описание, конечно, я, может, конечно, тупой, блядь, но описание оставляет желать лучшего. Допустим, у меня все ноды стартуют в начальном состоянии, да? У всех будет, например, ID, например. Почему ID? Ну, ладно, ID, хорошо. Это не должно быть обязательно ID. Или они реально сравнивают ID-шки? Я так понимаю, это должно быть какой-то каунтер. Он начинается он с нуля, да, и получается он отсылает. Перед тем, как он отсылает сообщение, это как вектор клок. Точнее, нет, это просто как logical clock. Ты просто увеличиваешь на единицу и отсылаешь это сообщение. Если человек, чувак, который типа, и все это делают, правильно? То есть, если я получаю сообщение от какого-то типа, да, с единицей, и я тоже, кстати, единица. Вот это интересный момент. Что будет, если все получат единицу? Сейчас посмотрим. Давайте тут что-то вроде здесь написано, да? Я помню этот алгоритм. Это для синхронизации, да? Да. Да, это, кстати, где-то было описано отлично вот в этой книге. Нет. Не может быть. Ну, кстати, он чем-то напоминает мне initial exclusion. Это же именно для этого сделано, правильно?
Этот алгоритм был там отписан. Ну ладно, сейчас посмотрим, сколько. По идее, это вообще должно быть просто. Окей, with the highest ID. Ну окей. Alright. Пойдет и так. Ну хорошо, допустим, да, мне нужно. Да блядь, да что ж такое? Ну я не понимаю. 2.12.1. Ну почему? А куда он паблишит локал? Я не понимаю. А, подожди. Не понял. Что за булщит? Что-то я не понял. А почему он версию не затачил туда? 2.12. Блять. Почему так? Почему? Что за бред? А, вот паблиш, наверное, mount style true. Вот почему стоит. Ну вот, пожалуйста. Я понял. Короче, тут надо без версии делать. Я не помню, как делать это без. Наверное, тогда просто делаешь процент. Да. Наверное, я понял. Потому что у меня mount паблишится, а не Scala-like, типа. Окей. Просто не понимаю, почему так все печально вышло. Окей. Это вообще модуль не юзается уже никем. Хотя, наверное, не будет потом юзаться никем. Еще предлагаю в core это зафигачить. Какая разница, где она будет. Так. Процессы. Назовем мы его пир-протисик. Значит, процесс, да. Ну я же говорю, я не могу на этой клаве ничего делать. Layout просто убожеский, блин. Это все потому, что они сюда этот нампад засунули. Так если бы не засунули, было бы все нормально, наверное. Ну что у нас тут? Получилось у нас что тут или нет? Я так и не понял. Да, вроде как нормально, про каналы. Так, сделаем сразу конфиг тогда.
Да. И тогда сделаем здесь кейс-класс. Значит, конфиг. Зафигачим, что нам нужно здесь сделать. Multicast. Адр, да, адрес. И, наверное, теперь вспоминай, как это писать нужно. Вот так надо писать. И multicast port. Ага. И что еще нам нужно? Все, наверное, да? А, ну протокол. Говно. Really, надо писать это. Что ж это такое? Ну зачем это делать? Ладно. Я понял. Хорошо, возьмем пока тогда, наверное. Apply, да? Нам нужен apply. Сейчас мы сюда конфиг прокинем, да? И тут же можно дефолтным сделать, да, по-моему, конфиг. Сделаем тогда на вот этом, да. И сделаем тогда вот этот порт. А протокол версии, ну, я не знаю, чуваки. Я не знаю, зачем это нужно. Ну, наверное, сюда нужно ноут передавать все-таки. По-правильному, да. Ноут. Надо ноуду передавать. Да. Ну и, короче, сейчас здесь создадим ноут. Так. Вообще просто процесс можно возвращать. Ну ладно. Apply это будет F. Наверное, concurrent надо делать сразу, да. Да, отлично. 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 Окей. И, по-моему, здесь... А, уже есть DSL. Окей. Можно просто его импортнуть, да? Окей. Нормально. Кстати, чуваки в Go нормально сделали селект на ченнелах. Вот это, я думаю, вот это вот, вот здесь такого нету. Типа, ты можешь сделать здесь не детерминистик, cancellation происходит. То есть, если ты канцелишь второй процесс, это не говорит о том, что второй процесс не успел вычитать переменную, например, там из Q или из ченнела, там, неважно. То есть, вот это, конечно, просто очень днищевая ситуация, которая складывается. Если мы зайдем на GitHub, да? Мы же на GitHub можем зайти, правильно? И зайдем, наверное... Вот интересный момент был. Ну, наверное, это было раньше. Ну, это было еще раньше. Ну, да, была история, короче, ладно. Так, значит, нам нужно будет здесь... Нам нужно здесь, значит, будет взять, создать нашего дружка, да, ноду. Это будет нормальная тема. Ой, блядь, тут еще конфиг нужно создавать свой. Говно тема, чуваки, говно.
Alright. Придется походу брать конфиг. Наверное, тогда надо сделать вот так. Нода. Конфиг. p2p конфиг. Правильно. И здесь тогда по дефолту его забилдить. А, вот, вот так нормально будет, да. Не понял. Не надо. А, да. Здесь просто билд сделать, да? А в чем, собственно, проблема? А, я понял, в чем проблема. Лол. Старая история с билдерами. Так, сейчас буду. Сейчас сделаем public tank. Static. Наверное, билдер, да. Обожаю билдеры, блин. Как же я люблю билдеры. Ну да, должен быть паблик, дядя. Ну, камон. Что за на? Сейчас. Давай паблиш лок.
go. Окей. Пойдет. Господи. Окей. У нас есть процесс. Одна только штука. Меня здесь интересует. Это то, что здесь нельзя почитать. Конкурент ли почитать сообщение? Вот в чем дело. Вот в чем дело. Не, ну конечно, я могу сделать какой-то simple там loop, да. Вал не пойдет на DDF. Хорошо, например, там, да, receive. Пример, да, это будет какой-то там. DSL, наверное. DSL F, наверное, да? Ну, только... Хорошо, допустим, да, это будет F unit, правильно? Это то, что у нас получается здесь, да? Да. Хорошо, и допустим, ты здесь такой хороший парень, да? И ты здесь хочешь, у ноды, да, хочешь с ноды получать сообщение, так, receive, да, то есть ты делаешь просто на ноде, ты делаешь receive, правильно ты делаешь. Так, во-первых, нам нужно следующее. Нет, мы любой... Мы отойдем немножко от нашего, опять-таки, вот какая залупа, понимаете, в чем дело? Ну, я бы написал, наверное, вот так бы, конечно, тогда, да, типа DSLF, да. Потом я делаю типа eval with, да, я бы делал типа receive, да, а потом на эту команду, да, я бы отсылал эту команду, например, если бы у меня был там client, да, какой-то процесс, это было бы самое простое, ну, самая простая реализация, я бы брал, event нужен, да. Нужен какой-то event, да? Case class. CMD event. Давайте так назовем. Ну, блядь, ну неудобно же, ну как? Ну. Да, какой-то морон делал эту клаву, конечно. Нам нужен вот этот протокол. Команда нужна. Потому что в самой команде у нас есть. Okay. Потому что в самой команде у нас есть ID, тип и данные. Этого нам вполне себе хватит. Можем сказать протокол, да?
этот протокол откуда-то из p2p должен был быть, да? Вот так. Вот, у нас есть этот event, и мы этот event, мы его просто вышлем нашему клиенту. Так. Вот, нам пришло. Мы выслали его. А, мы ничего не сделали, сорян. Мы его вышлем в клиент. Бесит чмо, блядь. Что с тобой не так, дядя? И потом ты можешь сделать ресив опять. Все. Что не так, дядя? Что? Что не так? Почему нафиг? Ну что, скала код не понимает? Ай, блядь. Ты затрахал, отвечаю. Так а что мне тут надо написать? Что, вот так что ли? Да ну нахер, это что за приколы? А, с ним что стало? Не понял. Не понял. Все равно не понял. Я уже этот код давно не видел. Так, ладно. Ну и что? Ну и чё? А с тобой что не так, дядя? Что-то я не понимаю, почему этот тип меня задрачивает, честно признаться. Что это значит? А, я скобку. Не, подожди. Да все правильно же. Allow is no. No, я возвращаю. No, я возвращаю. Так все правильно я делаю. Вови слуха. Да ну так все ж правильно. Блять, ничего не понимаю. Может это какие-то глюки, нет? Ну ладно, ясно, блять. Тут что мне надо писать? И что он не скомпилируется, например? Мне даже страшно представить. Наверное, нет. Наверное, нет. Блин, а у меня экземпляр, есть. Это был сейчас найти бы это вот examples отлично сейчас зачем он показывает мне окей. Должен быть с объектом. Правильно. Сейчас возьмем какой-нибудь самый простой. Так, это возьмем.
Что здесь создать процесс нужно? Куча процессов нужно создавать. Ну хорошо, предположим, у меня будет один процесс, который будет client, да. Что-то я только одного не припомню. Блять, херово, что в Java называется процесс, и он не понимает, что... Хотя по умолчанию уже не должен брать из Java. Почему он берет из Java? Хорошо, чтобы мне здесь не пришло, я сделаю вал. Так, мне нужно импорт здесь сделать. Diesel. Сделаю вал. Типа println, сделаю так. Блядь, здесь что-то не так. Что здесь может быть не так? А, окей. А, ясно. Это же partial function. Ну, я не понимаю только одного. Это что значит? А это что значит? Что на unnecessary? Ну, так тут же нельзя анонимную функцию. Может, надо partial function. Здесь обязательно писать по факту, что ты делаешь. Все, я уже все забыл. Да не, ну вот ресив, и ты погнал. Кейс. И все. А, не, подожди, это же не то, как он. Все, блядь, забыл, да, чего, все. Сначала ты получаешь аргумент. Ага, точно. Сначала ты получаешь аргумент, потом ты делаешь partial function. Да? Штяк. Ништяк. Тема. Подожди. Ё-моё. Че, Семен Семенович-то? Клиент нужен.
client. Давай процесс ref сделаем. Нормальный ништяк. Да, бывает в жизни огорчение, конечно. Не сюда. Окей. Блять, можно отключить. Блин. Вообще не нужны мне эти хинты, ненавижу это говно, блядь. Хинты эти, блядь. Кому это говно надо? Ну, это понятно, что старт напечатает, все офигенно, здесь все ништяк. Все четко, все путем, но это то, как я могу форвардить сообщение в клиент. Но что мне делать, если клиенту понадобится возможность отправить не сообщение? Ну, самое простое запустить просто в параде receive и второй метод, который будет который будет получать сообщение. Непосредственно от клиента, да. Ну, вообще можно сделать по-другому. Короче, мы добавим здесь тогда кейс класс, скажем, рек, типа зарегистрируй меня. Реф-то можно отослать, правильно? Типа client, это будет процесс реф, правильно? Event, так. И сделаем кейс ак, который будет ну, тут R можно reference, типа, сделать, правильно, там, не знаю. Ref, ref, там есть ref в этом самом, будет, блять, или это самое. Вот, у него ref есть, и здесь ref есть. Это очень унылое говно. То есть, когда мы, типа, приходим на старт, да, у нас нужно state, да, initial state. Нам нужно сделать uninitialize state. Для этого нам нужно сделать while так. Это будет partial function на самом деле.
По сути, это будет вот этот ресив, да, где кейс мы ждем, пока нам кто-то не отправит рек, да. Так как кто-то не зафигачит нам рек. И тогда мы сделаем типа eval. Типа мы сделаем типа client равен r. И перейдем в другой стейт. Switch. И, типа сделаем другой стейт. Лучше def ебануть все-таки. Def initialized. Так. Это тоже будет receive, так. И что мы с этого имеем? Мы перейдем в initialize state. Да? Да, но перед этим, как только вот это случится, мы должны будем еще сказать ак, отправим. Так, не понял. Так, with sender. Хотя мы можем сделать ак ref. Мы же можем сделать и так. Client. Это по-прежнему будет работать нормально. И здесь уже мы сможем получать сообщение от от клиента. Мы в параллель тогда получается. Мы форканем это говно. Да. Значит, мы форканем. Форк сделаем вот этого говнеца, да. И здесь просто сделаем сообщение, которое будет приходить от клиента, да. И мы будем отсылать их. Скажем, типа not sent. Я даже не знаю, что мне сказать по этому поводу, потому что ну это ж может быть абсолютно любые данные, правильно? Да, мне нужно какой-то ивент, который ты можешь типа в байты и перефигачить. Вот. То, чтобы я на той стороне смог его получить и распарсить. Кстати, у меня нету такой возможности на самом деле. Но с другой стороны, есть же writer, типа, да, который можно сделать. Да, это не то, что нам надо, ладно. Окей. Немножко не то. Окей. Ладно, нам нужно что-то, что позволит нам сделать из ивентов сделать, чтобы в байт делалось, все это трансформировалось.
Хорошо, давайте сделаем так. Давайте пока сделаем так. Пойдет так. И нужно будет это дело закастить. Просто здесь проверить, что node is instance of partial. Тогда мы типа сделаем так. Node send. А, нет. Это же event, да, получается. Это любой event вообще, правильно, типа. Это не важно, чтобы это был типа event, который. Так, node send as instance of partial. Так. Ну, хорошо. Противном случае напечатаем. Ну и все, в принципе, так и сделаем. Вот, мы форкнем receive, он будет получать сообщение, отправлять их к клиенту. Правильно? Правильно. Переключимся в initialize, он будет получать сообщение стандартным образом. И тогда здесь нам клиент не нужен. А, ну все, нормально. Короче, мы сделаем следующее. Мы сделаем наш бомжаский клиент. Допустим, мы здесь возьмем какие-то сообщения, например, да? Что мы можем сделать? А, ну, допустим, мы сделаем кейс класс ping object, кейс object, object просто, да. Extends event. Что, до сих пор проблема здесь? With Marshall. И это будет имплемент, возьмешь, сделаешь, где там наше творчество, где наше творчество здесь, вот наше творчество, где, вот наше творчество, не понял, дядя, пинг. Ты что-то тубайт, дядя? Тубайт рей. Не понял. Азбайт рей. Нет. Ты чара рей. Ты рей. Не понял. Сейчас приду. Вот дела.
Туры. Ну, бомжи, а. То бафер может быть тогда. Нет, так это чары. Блядь. О, дела, а. Get bites. А, ну, нормально. И наш клиент, он должен первым делом на старт, так, на старт. Мы отошлем наш запрос в... Короче, нам нужен здесь, получается, наш процесс, да, peer, да, peer process, так, peer process. Не понял немножечко сейчас. И что? Почему? Интересно. Не понял. А что с ним стало? Че он стал? Чем стал мозги парить мне? Интересно. Не понял. Че он не компилит? Так он же здесь. Так он же здесь есть. Еще не понял. Я не понял. Ну и что? В чем твоя проблема? А, я пэкач убил. Точно. Случайно убил пэкач. О, ништяк. Так, и нам нужно просто будет его убрать. Типа клиент надо. Да? Да, мы создаем peer process. И на старт мы берем peer process. Немножечко я не понял сейчас, что здесь не так. Что здесь происходит? А, все, я понял. Рек, да? И тогда мы... Блядь, без реф, правильно? И сюда реф зафигачим. И отправим его... А, и отправим его в peer process. Да? Так он же. Окей. Alright. Да, здесь просто нужно. А, я что, не задефанил его для... блять, для этого, да? Окей. Ну так-то будет работать. Так, а следующим будем ждать тогда от peer process. Так. Вот, блин.
Нам вообще делать ничего не надо. Ну тогда сделаем здесь send ping, правильно? Это будет тогда ping. Будем отправлять в peer process, правильно? Ну да, ref, так. И delay peer process плюс send ping. А, delay, ну давайте, допустим, 3 секунды, да? Нужно импортнуть только import Scala concurrent duration. И надо будет отсылать тогда 3 seconds. Вот так, нормально. И, короче, как только мы это дело все сделаем, да, мы будем отсылать сюда какие-то сообщения, да, допустим. И мы должны будем получать какие-то респонсы от чувака, правильно. Ну, то есть, получается, здесь нужно два стейта. Первый типа send, второй receive. Иначе никак не получится. Вот. И потом менять состояние. Хотя, с другой стороны, мы можем просто сделать пока этот самый, как его, fork, так. А здесь тогда сделаем чё нахуй? Чё за нах? Пацан не может тип вывести, блядь. Cnf. Айо. Вот, и к нам может приходить также еще команду, которую нам будут присылать, правильно? Нам интересен пока что, наверное, просто event, наверное, да, вот так, cmd, правильно. Так, if, значит, cmd get common type equals, наверное, я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Ля, дебил. Протокол. Значит, протокол. Протокол. Deliver, наверное, да. Send damage type. Deliver. Нам нужно будет тогда сказать new string cmd get data. Я ля добил. Господи.
Господи, боже мой. Подождите, но у нее стринг-то должен был быть. А, это байт-стринг. А, в противном случае ничего не делаете. Юнит. Короче, вот так будет это дело. И нам нужно будет это тоже дело сюда организовать. О, ёпта. Ну все, тогда должно работать, по идее. То есть на старт мы говорим нашему дяде, что чувак, все типа норм. Как только нам ак прислали, мы можем начать отсылать ему непосредственно. Какие-то сообщения. Вот. И когда она придет какое-то сообщение от кого-то, деливер мы просто напечатаем опыт. Так. Наверное, так. То есть, если мы сейчас запустим это дело. Блять. Пам-п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 ам. Все, нормально. Он нашел, начинает искать там пиры какие-то там. Отлично. И тут мы можем просто запустить вот эту бородень, да? Блять, no point exception. Ебанический стыд. Что ж не так? Подожди, process tree has failed to implement React. React, блять, он не смог скинуть. Ты от кого ты там не смог скинуть? Что за... Так, это может до сих пор работать, я не понял, стоять. А, я понял, на старт. Мы говорим, что uninitialized я прошу прощения. Ну, кейс, блять, остальное все пускай идет в утиль. Господи, боже мой. Ну, рэк придет, рэк уйдет. Блять, а это... Интересная тема. Окей. Пиздец. Весело. Я понял. Да, я понял, походу, что я из этого, что я из этого всего сейчас выношу. А, так это то, что ну да, пинг-понг. Все, у нас есть готовый рабочий пинг-понг. Так вот это говно надо было убрать. А так пинг-понг приходит. И здесь, наверное, да, он приходит. Да, он тоже приходит. Нормал, дайк.
все работает. Тормознем, сейчас он скажет, упс, пинг сдох, бобик сдох. Все, видите, он left, ушел пацан. Окей. С большего это работает, значит, мы можем перейти к нашему leader election. Правильно? Замечательно. Extends process, правильно. Так. Например, concurrent, да? Хорошо. И здесь мы сделаем leader election. Это и будет наш чувачок. Так. Не понял. А чего ты не можешь его... А чего я должен делать его абстрактным? А, я не совсем сейчас понял. А, ясно. Блять, да как так-то нахуй, ёпта? Чё я должен постоянно это делать? Вот, у нас есть вот эта тема, правильно? А мой peer процесс, он что делает в этом плане? Receive. Он получает из. Так, он получает отсюда сообщение и отсылает его клиенту. Ну это же бред. Зачем мне в Аке, блядь, делать это говно? Может быть, конечно, можно сделать это объектом so far, чтобы этого не делать. Слушайте, мне кажется, здесь что-то поломалось. А, не, ничего здесь не поломалось. Наверное, так всегда и было. Ну, по-нормальному надо было делать eval with, когда это бы работало. Да.
Ладно, пускай пока будет так. Там посмотрим. Окей, ладно, пока так, да. Ну что у нас получается? То есть у нас есть... Ну, нужно peer process здесь сделать по-любому. То есть... Блин, как ни крути. Нам нужно сюда передавать peer process. Процесс ref. Так. И здесь, когда мы только получим start event, так. Мы отправим peer. Зарегистрируемся, себя зарегистрируем в peer process. Потом подождем, пока peer process не ответит. Как только он ответит, что мы можем начать делать? Да ну нафиг. Что мы можем начать делать после того, как нам чувак ответит? Ну, мы уже можем начинать получать сообщения от мы можем просто на initialize state переключиться. Правильно. Сейчас. Initialized. Это будет receive. И это будет следующее. То есть нам сюда могут приходить команды из... Так, peer process cmd event, да. Так, cmd-шечка пошла сюда. И здесь мы сделаем cmd get common type match case protocol ну, то есть, в принципе, там common type, например, deliver, case, protocol type, cmd type, сделаем, наверное, joint, и case, protocol, cmd type left, наверное, да, наверное. Все, наверное. Нам, наверное, нужно только три команды. Больше, наверное, ничего не нужно. Сейчас посмотрим. Join deliver left. Да, но на этом мы пока и ограничимся. Короче, у нас здесь должен быть какой-то лидер, да? Кто у нас там нахер есть? У нас есть peer, кстати, by the way. Но peer это не internal штука. Это не... Немножко не то, наверное. Поэтому нам нужно будет создать здесь свой peer. Вот. Какой-то свой, короче, пир. Где, скорее всего, будет кейс класс пир. Нам нужно в него будет ID string, наверное, да. Что у нас еще, наверное, должно быть? Наверное, нам нужен статус. Правильно?
Ну, можно написать, что он, типа, наверное, здесь нужен будет этот самый. А, ID-шки достаточно. ID-шки достаточно. Просто сказать, лидер он или все, или нет. Этого достаточно будет абсолютно. Просто мне нужно будет здесь пиры поддерживать тогда. Private while peers равно array. Нет, list buffer. Нет, array buffer, наверное. Нет, list buffer. Array buffer. Не, нужен, наверное, array buffer. Вот. И скажем, что типа тут будут peer. Peer. Сейчас. Короче, вот так сделаем. Давайте так. Peer, да? Короче, как только пришел, дурачило это, да? А, и тут надо еще сделать private var peer. Peer. А, это лидер будет. Так у нас лидер. А, ну даже, наверное, не нужно, наверное, здесь сделать лидер. Мы единственное сделаем private while. While failed peers. Так. И нам нужен set, mutable set. Нет, просто mutable set. И сделать его empty. Ну, наверное, может даже через new можно сделать, правильно? А что не так? Не понял. А, это trade. А, hash set. А, empty. Окей. Alright. Окей. Ничего ж так сразу и не сказали. Да ты мутант, ебать. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Это будет вот так вот. Ля какой, да, получается у нас дядя. Так, так, так. Когда он говорит, что он left, наверное, fail peers мне вообще не надо. А, и вообще тут, наверное, set пойдет. Давайте так. То есть, peer. Давайте сделаем здесь. Сделаем здесь override какой-нибудь, да? Override methods, например. Scala equals есть. А что-то за any тут говно какое-то нахер. А что это такое? Так, контейнер presence for clients. Так, the present. Он же должен был быть просто equals, что он мне говно какое-то напаривает. Нахер говно какое-то. Мне сейчас нет на это времени заниматься этим, извините, говном.
пускай так будет, ладно. Короче, когда он типа приходит, joined, так. Давайте, по крайней мере, сделаем следующее. Типа сделаем eval. Сейчас, так. Ага. Мы сделаем joined, мы просто добавим peers. Нужно, конечно, будет взять этот cmd get data, наверное, да, и запарсить наш интересно. А, я могу сразу сказать, да? Типа, стой. Get peer ID. Вот. Я могу сказать тогда peer. Правильно, вот так. Интересная тема. Ну-ка. Так, его ж надо было хотя бы по ID-шке здесь сделать. Что это за анус? Вообще-то его можно, в принципе, было бы и... Блин, ну я не знаю, можно ли это использовать там или нельзя. Просто не хотелось бы плодить говна какого-то непонятного. Блин, вопрос в том, что происходит, когда пир уходит. Он же, наверное, когда пир сваливает, он же, наверное... удаляет его, правильно? Сейчас посмотрим. Handle control message. Так, стоять. Send to peer. И peers. Ну, все правильно, потому что он делает send left. Да, он не синхронизирован. Понятно, все, я понял. Значит, да, значит, здесь нужно делать свой все-таки пир. Ну, ладно. Немножко хуёво, блядь, ну, ладно. Что я могу сказать? Ну, блядь, ну да, ну, говно. Ну. Сейчас посмотрим, вау. Нужно будет пирс майнус, правильно? Единственный момент только здесь. Нам нужно будет делать. И это к тебе пришло сообщение от кого-то, да? Ну, это будет наш протокол. Какой у нас здесь... Какие у нас здесь есть ивенты? Какие нам ивенты нужны? Так. Где это говно? А, ну да. Ля. Что тут есть? Сейчас. Election... Окей, координатор, да? Вот эти сообщения к нам будут приходить и уходить. Да. Ну, давайте сделаем типа текстовый протокол, да, какой-нибудь. Типа сделаем так. CMD. И дальше данные пойдут. Field. Блять, что ж такое? Ну, value. И здесь будет вот такой array. Вот этого, это зиг делал. Правильно? И скажем тогда... скажем тогда протокол. Давайте сделаем commons. Сделаем тогда
Ну, вообще ты можешь, по-моему, написать type command, наверное, да? Ну, string, вот так. Только я не понял, что он имеет в виду под этим. Ну ладно, неважно. Теперь ты можешь написать type election command, да? Окей. Сделать его тоже командом, да? И type. А его можно будет потом за паттерн мачить? Или хер там, блядь. Command. Вопрос хороший, конечно. Я думаю, нет. Я думаю, это полное говно. Ну, тут текст message просто. Он будет просто string возвращать. Вот. И, например, если у нас есть election, да, я так понимаю, здесь должно идти ID, правильно? Ну, там long, например, да. И все, наверное. Единственное, что мы сделаем, мы extends command, так. Мы сделаем просто здесь return, не надо этого делать. Мы скажем типа election, например, да. Скажем ID равно процент, ой, ID, так. Это будет наш def to message, правильно? Ага, вот так, да? Вот это дебил. Так. И у нас еще надо окей и координатор. Не знаю, что это такое. Давайте смотреть. Так. Окей, sends election method вопрос with higher IDs and waits OK messages. Case object. Интересно, OK message так и message becomes coordinate and sends coordinate method process with lower IDs. To process with lower IDs, Я даже не знаю, что сказать. Подождите. Ну, можно же то лонг, да, его? Ой, блядь, куда я зашел? Что это за кал? А, там можно типа... Окей, блядь. From string ID get
Что он там возвращает, я уже не помню. Сейчас. А он уник. А что входит в мост? А, ну можно и так, можно и с H взять. Да, можно и такое дерьмо сделать. Ну давайте посмотрим. О, пацаны сейчас скажут, используй с H, блядь. А что она может быть отрицательным, я что-то не всосал. Интересная тема, конечно. Ну ладно, я не хочу сейчас реально отпидорить эту тему. Я не понимаю, зачем это делать. Потому что негативные числа могут быть. Это как? Интересно, ладно, сейчас я кое-что хочу чекнуть. Я не понял сейчас. Не может быть. Да, может быть, most significant, может быть. Да. Я создал Scala класс. Да, паси, блядь. Хм, ну окей, ладно, хорошо. Я не знал, что может отрицательным быть. Окей. Пацан говорит, да бери ты most significant bits, не паси. Типа. Окей. Ну ладно, пойдет и так, хорошо. Окей, ладно. Не надо ничего конвертировать. Блять. Окей. Ну, короче, нам ID будет здесь, и это будет лонг. Короче, нормально.
Ну, короче, мне же окей будут еще высылать. Только я одного не могу понять. Блять, как что-то я не вдупляю одну вещь. Я жду окей. Чё, блядь, просто окей жду. И потом мне еще нужен один координатор, да? Кейс, класс, да? Ну, значит, координатор должен быть с айдишкой. Правильно? Это будет то же самое, только координатор, да? Вот, в принципе-то и все. Пора идти. Пора идти. Ну, будет вторая часть. Окончание этого безобразия. А пока все.